Данная акция направлена на снижение тяжести последствий ДТП. Для достижения положительного эффекта нужно обязательно использовать пассивные средства защиты – ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Ученики первой школы нарисовали картинки на эту тему, смастерили смайлики-напоминалки и совместно с сотрудниками ГИБДД вышли на дороги города. Они останавливали автомобили, беседовали с водителями, вручали им рисунки и очаровательные пластиковые смайлики. В разговоре они напоминали автовладельцам правила безопасного дорожного движения. Дети являются пассажирами, зачастую водители не пристегивают детей и не пользуются детскими удерживающими устройствами. Напомнить водителям о безопасности своих пассажиров. Мы принесли буклеты, рисунки, которые нарисовали наши малыши. Рисунки не простые, а рисунка-открытка с напоминанием о безопасности правил дорожного движения. Водители, будьте внимательны, берегите самое дорогое, свою жизнь и жизнь своих пассажиров. Всегда не лишнее напомнить водителям о необходимости соблюдать меры предосторожности при перевозке пассажиров, особенно детей.